Шымкентская зима помогает строителям работать в ускоренном режиме. Уже закончено 95% первого путепровода. Сейчас работники обустраивают тротуары. По словам специалистов, самая сложная часть работы позади. К слову, новый мост станет значительно шире и длиннее старого. А для пешеходов предусмотрены безопасные тротуары. Ширина от одного тротуара до другого 24 метра. Дорожное полотно будет разделено на 6 полос по 3 в каждом направлении. Построить этот мост оказалось делом непростым. Много времени уходило на согласование каждого часа работ с руководством «Казахстан Теміржолы». Для производства некоторых работ приходилось перенаправлять целые составы. Мы оформляли заявки, подтверждали их у энергетиков, КТЖ. Приходилось ждать их ответа, ведь нужно было отключать питание и приостанавливать движение поездов. Строительство моста началось в декабре 2014 года. Подрядчики планируют сдать его в эксплуатацию в ноябре 2016. Впрочем, строители говорят, быстро качественные объекты не строятся.